Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ронин Последний Самурай. В данный момент я дошел до босса, которого звать Сайто Набумаса. Первое копье Японии. Он меня уже завалил, но мне дают попыточку бесплатно возродиться. Попробую, ребят, его. Ну что же, я возрождаюсь. Да хорош ты. Да, он еще тот жучара, ребят, но я попытаюсь его. Ух ты, тихо. Да что ж ты, никак ошеломление-то не... Вот, давай, Ронин. Ну он живучий, тут не поспоришь. Ох ты, у меня суперудар есть. Ну-ка теперь посмотрим. Поехали. Есть. Как глупо. Дух мести. Так, исполненный ненавистью дух. Короче, ребята, мы с вами забрали его душу. Замечательно. Опа. Ваши атаки отнимают на 12,6 больше концентрации. Фух. Так, позже все это. Ну что, у нас с тобой здесь... Ага, дорога к мести. 5000 монет. Конечно, забираем, ребят. О чем тут может быть речь? Новое достижение. Так, что у нас еще с тобой есть? Давай посмотрим. Персень, да? Персень крутой. Мы его можем, наверное, вот сюда, я так понимаю, одеть. Ну-ка. Да. Слушай, им мастерство. Конечно же, я буду, ребят, поглощать. А вот только что... Шанс уклонения или увеличивать скорость атаки. А может быть повышение ОЗ на 250? А можем усилить атаку. Слушай, атаку не можем. Нам нужно две души. Тогда мы сделаем с тобой, наверное, скорость атаки на 5%. Поехали. Поглотить. Ну, как-то так, ребята. Ну, а теперь мы можем с тобой прокачать. Плюс 5 улучшений, да? А как это плюс 5? Вау, 140. 148. 156. Так, улучшаем броню. 640. Так, это у нас снижает, получаем урон. Здесь повышает ОЗ. Так, замечательно. Здесь концентрация. Ну, как-то так, друзья мои. Как-то так. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. У нас вторая глава «Суровая метель». Лютому холоду не остановить пылающую ненависть. Так, усиление атаки, ошеломление, свиток потока, обратный поток. Успешное парирование увеличивает количество концентрации, которое отнимает парирование на 50%. Уклонение. Ох ты! Какие-то волки. Ну ладно, предположим. Здесь было довольно легко. Так, получили монеты. Копейщика надо, ребят, копейщика. Да куда ж ты? А почему? Я что-то не понял. Так, потому что надо ставить на уклонение. Точнее, на блок. Готов, парень. Так, ну что, хлопчик, давай с тобой теперь разберемся. Блин, у нас, конечно, уже здоровье отняли существенно, да? Увеличение силы атаки, увеличение ловкости. Давай, наверное, силу атаки все-таки увеличим. Я вижу, там стрелок вдалеке у нас, да? Давай. Первый пошел. Тихо. Нормуль. Прекрасно. Ах ты. Готов. Здесь-то кто? Блин, два копейщика еще.
Ладно, попробуем с этим разобраться. Да отвалите вы от меня. Посмотри, а. Твою ж налево. Сейчас меня тут, по-моему, да, возродится. Слушай, я думаю, не стоит, так как это у нас с тобой только начало. Опа. Новый уровень. Оу, ячейки тренировки. Вот это вот хорошо, друзья мои. Ну что, пойдем тренироваться. Тренировка, да? Ёпрсты, 1200 нужно. Нет, мне сейчас не до тренировок. Улучшим. Все пока, да? Ну-ка. Давай попробуем. Так, мы с тобой дошли тут только до третьей миссии. Вот, безумный рывок. Очень, ребята, хорошо помогает на начальных этапах. Чем? Потому что мы, когда делаем с тобой рывок, у нас сразу же крит удар идет. И это очень круто. Так, что у нас в этом? Только денежка. Забираем. Блин, за этот копейщик меня сзади просто напрягает. Так, ладно, с одним разобрались. Готов. В плане, почему? Блок не сработал почему-то, непонятно. В чем проблема сейчас была? Так, ладно, левел ап. Увеличение локси, это нафиг мне не нужно. Свиток потока, я тоже думаю, что фигня. Вот это вот возьмем. Блин, ну там такие классные у меня статы были, а. Ты просто не поверишь. Ага. Да ты достал, а. И ведь пробивает, понимаешь, в чем дело? Уклонение. Хе-хе-хе. Готов, хлыщ. Так, двигаемся дальше с тобой. Так. Ну, волки, я думаю, что это вообще фигня. Иди ты. Ведь все равно достает, а, паршивец. Посмотри. То есть он своей суперской вот этой атакой достает. Я не могу даже избежать этого. Увеличение силы, так, вот. Повышаем УЗ. Опа, опа, опачки. Это что там за самурай такой? Ну-ка нафиг. Да ты достал, а. Уклонение. Да он серьезно. Посмотри, что творит, а. Ну, блин, это он меня оглушил. Я офигею, возродиться нафиг. Достал он меня уже. Ты прикинь, я его. Слушай, а ты не оборзел ли, а, парень? Что там у нас интересно в шкатулке? Так, еще старец. Яд, да-да-да-да-да. Ух ты, поджигает врага, накладывает на него эффект длительного урона. Снижает атаку на 20%. Хо-хоу, давай. Прими эту силу, говорит. Конечно, приму. Поехали, поехали, поехали. Есть. Куда ты бежишь, гладранец? Ага. Поехали. Твою ж налево, как это было замечательно. Почаще бы вот это срабатывало. И цены бы этому удару не было. Точный удар. Увеличение уклонения. Давай. Так, волки. Волки тут вообще детский лепит. Вот как? Вот чисто случайно, ребят, нажимаю на... Оу-оу-оу-оу-оу.
Блин, мне бы, конечно, бы это бы. Свиточки, не свиточки, как. Во. Восстановили УЗ. Блин, опять волки. Какой бы питомец бы мне помогал бы. Как-нибудь. Ну, еще тебя тут не хватало, а. Смотри. Сейчас ребята меня тут оглушат. Вот этого я и боялся. Давай ты вставай быстрее. И сюда. Хлыщ. Отлично. Наконец-то сильный соперник. Чего? Надеюсь, твоя смерть будет легкой. Охренеть. Да, друзья, меня распетрушили на изи, тут по-другому не скажешь. Просто не скажешь. Блин, что это у нас такое, а? Восстанавливает 55 УЗ, когда вы побеждаете всех врагов. Блин. Подожди-ка, тут третьего уровня, да? А тут первого. А в чем разница? А, 150 плюс 15, а здесь 180 плюс. Ну, вот это, наверное, можно разобрать, мне кажется. 45,5. А тут сколько? 45,5. Но здесь, видишь, враг замедляется на 6 секунд. То есть, представляешь, да? На 6 секунд. Да и тут, в принципе, тоже замедляется. Но я думаю, что вот это, наверное, можно разобрать. Эффект питомца. Повышает УЗ на 30%. Состояние улучшения снижается. Получаемый урон на 50%. А тут... Так, атака увеличится вплоть до 30%. И увеличение уклонения. Концентрация. Блин. Давай, наверное, я вот это вот разберу. И клинки. Они, в принципе, оба абсолютно одинаковые, да? 6,6. А, ваши атаки отнимают на 11 больше концентрации, а здесь... Блин, у них небольшая разница есть. Но я все-таки, наверное, разберу. Да, и эти тоже разберу. Так, теперь я могу тренировку сделать или не хватает до сих пор? Блин, 1200. Мне больше и разбирать-то нечего. Ладно, пойдем с тобой еще подеремся. Суровая метель. Так, давай-ка мы... Увеличение урон от контратак. Слушай, надо мне как-то, знаешь, что сделать? Потренироваться. Именно потренироваться делать контрудары. Как они все-таки правильно делаются? В какой момент нужно нанести удар? Вот этот вопрос меня интересует. Так. Давай-ка я, наверное, с копеечки начну. Норма, быстро я его тут ушатал. Ну вот куда вы лезете, блин? Шикарно. Второй уровень. Повышение здоровья. Так, свиток. Крит урон повысим. Ну иди. В плане. Эффект снят, главное. Я не пойму одного. Я нажимаю на защиту, а у меня она не срабатывает. Ну, не защита, а блок. В чем может быть проблема-то? Мне, например, не ясно.
Ну, тут, походу, мне кобзда, ребята. Да. Возродиться бесплатно? Да нет. Этого делать абсолютно не стоит, потому что... Ну, потому что... Потому что я могу сделать себе тренировку, да. О! Усиливает атаку на 25. Вот это я понимаю, ребята. Так, еще нужно 1400 накопить. 1400. А тут у нас что идет? Ага. Улучшим. Конечно, тут выбор. Либо, ребята, улучшение делать. Так. Увеличит максимальный уровень на 2 и получаем... Вот, вот это вот круто. Потому что мы с тобой будем быстрее так прокачиваться. А если мы будем с тобой быстрее прокачиваться, соответственно, будем получать быстрее уровень. Пока только лишь финансы. Окей. Так, копейщик, да? Все, хочу потренироваться и все забываю, ребят, как... Да, конечно, уже хотел замах свой плешивый сделать, но не тут-то было. Увлечение, так, урон в контратаке. Вот. Рывок, ребят, рывок нужен обязательно с критом. Поверь мне. Ага, уклонились. Ну что? Вот так вот, нагрели. Видишь, как прокачиваемся быстро? Вражеские атаки отнимают на 50% меньше концентрации. Увеличивают скорость движения на 100%. Ху-ху-ху-ху. Серьезно? Да чтоб тебе... Ну давай ты. Почему сфера не падает, а? Где сферы? Мне нужны сферы. Так, здесь. Так, с этим-то разберемся мы. Тихо. Да твянет он или нет, а? Поехали. Ну. Шиш тебе. Доигрался? Фу, чепушило несчастный. Так, что у нас тут? Отдых, конечно же, ребята, отдых. Восстановим ОЗ. Жалко, у меня нет каких-нибудь там сюрикенов, которые можно было бы метнуть. Да ну хорош, просто одолели, а. Фух, найс. Так, свиток... Вот, свиток воскрешения. Так, давай вот этого... Да ну вот это вот, конечно, бред, ребят. Ну когда... Вот когда тебе зажимают копейщики вот так вот. Ну что ты вот тут сделаешь? Вот объясни мне. Ну как вот? Вот как вот тут быть? Блин, почему мне копья не дают, а? Я бы, например, от копья бы точно не отказался, поверь мне. О, найс. Так, а сейчас, по-моему, скоро чувствую, будет босс. После вот этих, по-моему.
Да волчары вы паршивые, а. Просто одолели. Вот как они представляют, я здесь вот должен. Все, ребят, меня волчары захерачили, прикинь. Но я зато уровень получил. Да, это, конечно, чересчур. Значит, нам 1200 нужно, да? 1400 для тренировки. 1400. Так, суровый метель. Я до 9 уровня дошел. Что мне тут хотят показать? Тренировка. Волки. Ну-ка. Так а фиг ли? С одним-то волком. Почему у меня нет вот такого вот, как вот у них? Ну-ка посмотрим. Ага. Давай, 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 бьем. Ну, с волком все понятно. Мне все-таки больше нужно, знаешь, с кем тренироваться. Так, солдат, самурай. Копейщик, где копейщик? Вот он. Вот как надо... Будет он здесь делать свой супер замах? Вот сейчас будем тренироваться. Как тебе бить-то? Как пробивать-то это? Не пойму я. Не могу я понять, как все-таки. Так. Не ясно. Мне не ясно, как делать контратаку. Сейчас попробуем еще. Может быть, надо после защиты? Ну-ка попробуем. Так. Так. Слушай, ну смотри, действительно. Точно, теперь я понял, ребят. Ну-ка, еще разок. А сейчас что-то не сработало. Ну-ка, еще разок. Так. Ну бей ты уже меня. Не пойму. Очень странно все. То срабатывает, то не срабатывает. Угу. Ну-ка. Так, предположим. Да, ребят, нужно, короче, в определенный момент делать. Именно, ну, тут тяжело подгадать этот момент, понимаешь, в чем дело? Так, режим. Рейды открываются после завершения второй главы. Вы можете отправиться в рейд уже... Так, вы можете отправиться в рейд уже прокачанные главы, где вам доступна функция автоматического боя. Ага. Объединив три одноименных предмета, снаряжение. Ах, вот оно как. Проинтервью снаряжение сохраняется, уровень снижается до одного. Слияние.
случае неудачи вы получите случайное снаряжение такого же качества и предметы, используемые материалы. Так, это слияние, да? Питомец. Понятно, изготовление. Бой. Так, смотри, атака в рывке. А, ну это вот понятно. Блок и парирование. Вот это блок. Ага, контратака. Нажмите кнопку атаки непосредственно перед тем, как враг нанесет вам сильный удар, чтобы выполнить контратаку. Оглушение. Навык. Каждое оружие обладает уникальным навыком, да? Так, ну что, поехали. Нам надо с тобой в бой идти. Так, повышает что такое концентрация? Вот это вот интересно мне знать. Улучшить уклонение. Так, давай вот это. Что такое концентрация? Ну, здесь понятно, здесь разобрались. Чисто монеты дают. Окей. Так, с копеечком с этим надо разобраться. Ну, вы нажимал же на удар, ребят, ну... Ага, тут без этого завалил. Найс, получилось вообще великолепно. Так, увеличение ловкости. Так, здоровье. Увеличит скорость движения на 100%. Я не знаю, зачем мне скорость движения на 100%. Ну давай, охламоны, бегите сюда. Кто тут из вас самый? Ты? Так, завалил. Готов. Че ты там перезаряжаешь? Сидит там, пульки считает мне. Блин, вот волки. Ну тут ладно, еще мало их, понимаешь. Но вот там вот, когда их целая стая, там и не убежать от них никуда. Так, левел ап. Увеличивает крит урон. Вот так, увеличивает урон от контратак на 50%. Ну давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Иди, я тебе говорю. Минус. Иди ты в пень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну не получается у меня этот дебильный дурацкий удар, ребят, ну... И нажимая вроде бы непосредственно, да, вот перед ударом, перед этим. Ну вот, ну что это, а? Сейчас ушатает. Не знаю, я не могу. Меня прям убивает это все, вот серьезно я говорю. Вернуться в лобби. Не накопил, опять в бой. Последний вдох. Последний вздох, е-мое. Сейчас получилось. Сделал то же самое, как всегда. И получилось, понимаешь? А на том копеечке не получилось. Вот как хочешь, так и понимай. Вот как хочешь, так и понимай. Вот и все, ребят. Сейчас сработало. Не знаю. Так. Успешное парирование увеличивает критическую концентрацию, которую мы... Давай. Угу. А вот сейчас не сработало, ребят. То ли я слишком медленно делаю, то ли наоборот слишком быстро. Не пойму.
Ну давай, иди сюда, голодранец. Он даже аж опупел, ты видел? Он аж прям обделался, этот копейщик. Я по глазам по его прочитал. Так, увеличение. Максимальный уровень на 2. Вот, давай. А, так я уже дошел до этого. Быстро что-то как-то. Вот смотри, сейчас опять перестанет у нас с тобой получаться контратака. Вот, поверь мне. Да я прям глазам своим не верю. Ну вот, один раз получилось, и все. И дальше мне сказали: губежки закатирай, фигушки тебе, а не контратака. Опыт, уровень. Так, восстанавливает. Давай, нам нужно с тобой восстановить УЗ. Вот они, волки. Вот они, волки позорные. Со всех сторон, а? Волчар позорный. Да, это, конечно, люто, я считаю, ребят. Так, копейщик. Ну, конечно, давай. Все, ребят, я расклеился по ходу дела. Бесплатно, блин. Я тебе скажу следующее. Вот пока мы, блин, не научимся с тобой контрить, у нас ничего с тобой нормально не получится. Я так и буду фейлиться. Так и буду фейлиться до последнего просто, блин. Так, снижается оглушение, увеличивает скорость снижения, повышает. Давай вот это вот. И это так к волкам, блин. Да меня они сейчас запинают, ребят. Я офигеть. Ну что это, блин. Ну как с этими волками драться, ребят. Давай пошли на тренировку. Повышает концентрацию на 440. Что такое концентрация? Это движение, это что? Почему-то тренировка ног. 440. Блин, вот это вот что такое? Увеличивает длительность оглушения. А это увеличит эффективность снаряжения на 1%. Почему вот это вот не дают мне, а? Друзья мои, почему? Так, что у нас тут? Скорость атаки улучшаем. Снижает получаемый урон. Конечно, это все надо. С оружием тут, конечно, ребята, вообще туго, если честно. Что-то я не вижу, чтобы там что-то выпадало. Или еще что-нибудь в этом роде. Качеством от обычного до хорошего. То есть есть смысл от хорошего до эпического. Есть смысл вот эти вот штуки копить. Да? 120, 85 рублей. 590 стоит 500 рублей. Да. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этом закончим эту серию. Ну, действительно, жесть какая-то. Это только глава вторая. После нее будут еще доступны рейды. Но это нужно пройти двух боссов. Понимаешь? Первого босса, которого мы уже видели здесь. Да, с этой... С чем он там, с Нагинатой? Ой, Нагината, ну, как она называется, я уже не помню. Вот, Кусаригама, да? Кусаригама, по-моему. А какой второй босс, я еще не знаю. Так что, ребята, надо качаться, 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 тренироваться, чтобы у нас был офигенный урон, чтобы у нас было очень много хп. И только после этого мы можем, наверное, пройти эту главу. Ладно, все это у нас впереди. А на этом всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.